Мировая политика. ОДКБ. Здравствуйте, уважаемые зрители и радиослушатели. В эфире очередной выпуск программы «Мировая политика». Я ведущий Игорь Панарин. И это первый выпуск программы «Мировая политика» в новом 2014 году. И мы подведем итоги с главным экспертом России по Ближнему Востоку. Как же ситуация развивается на Ближнем Востоке сейчас? Как она развивалась в 2013 году? И есть ли какие-либо перспективы все-таки улучшения в ближайший период времени? У меня в гостях историк, профессор, человек, который много лет прожил в этом регионе, знает его изнутри, Александр Иванович Вавилов. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Ну, я думаю, что с самого начала начнем. Вы очень мне большой аванс. Ну, аванс закономерный. Давайте начнем все-таки с цифры 13. 2013 год прошедший. Все-таки он, конечно, для Ближнего Востока был тяжелым. Ливия. Ну, собственно говоря, никакого прорыва демократии, как хотели некоторые европейцы, американцы, не то, что не наступило, а, собственно по сути, уже и Ливии, как единой страны, если захватывают в плен премьер-министра, потом иногда выпускают заложники, то, наверное, это, конечно... Дипломатов подрывают. Да, то, наверное, это не показать. Давайте начнем с Ливии все-таки кратко. Как развивалась ситуация в 2000-е? И дальше, вот, собственно, ну и вспомним, наверное, Тунис, а может быть, еще что-то. Разумеется. Но Ливия развивалась, как, кстати говоря, и предполагали. То есть все-таки прогноз, собственно, был... Прогноз, он так и получился, как предполагали. Мы тоже и с вами неоднократно мы это говорили обсуждали. Об этом. Это по существу расшатали власть, привели людей, которые в основном любят кричать на митингах, на площадях. Вот. А конструктивной, как таковой, программы, когда уже кончится... революции начинается созидательная работа, конструктивной программы у них фактически нет. Там даже ж ведь были в самом Триполи бои между, собственно, разными группировками. И сейчас они продолжаются в одном месте, в другом, то там захватит премьер-министра, то еще кого-нибудь, то идет между собойчики такие, как полагается. Ну, если подводить итог в 2013 году, то, конечно же, это был достаточно... трагичный год для Ливии, не боюсь этого слова. Именно слово «трагичное», да? Да. Почему? Потому что ведь фактически, если посмотреть, ну, страна фактически утратила свой имидж. Как именно страна. Имидж, как страна, да? Да, как страна достаточно стабильная и успешная. Ведь фактически в старые времена Ливия входила в одну из лидирующих групп на африканском континенте, выступала в качестве лидера и так далее, и так далее. Вот. А сейчас все это происходит, все сошло фактически на нет. И сейчас уже речь идет о том, что, а будет ли дальше единое государство? Почему? Потому что, естественно, конечно, главный вопрос, кому достанется нефть. А где там нефть, Александр? А нефть там на востоке. На востоке, да? Да. То есть, собственно, вот эта нефтегазовая зона, она может, собственно, отделиться. Да. Потеряли очень много, очень много, по 70% фактически поступлений в прошлом году не досчитались. Именно 70% это же гигантская цифра. Конечно. Почему? Потому что, естественно, конечно, как же добывать нефть, когда стрельба идет, бои тут похищают друг друга и так далее, и так далее. Вот. Поэтому здесь, конечно, трудно предсказать 2014 год, но во всяком случае, я думаю, что потихонечку ситуация пойдет к стабилизации. Все-таки потихонечку, да? Почему? Потому что, естественно, конечно, людям нужно где-то жить. Людям где-то нужно работать, поднимать семьи и так далее. Ну, устанавливать обычную жизнь. Будут искать форму, будут искать соответствующие те рамки, в которых можно будет это организовать. Ну, и вот в качестве, скажем, позитивного примера, в прошлом году, в конце... Первая группа наших дипломатов, 6 человек, вернулась. Хотя до этого была обстановка достаточно сложная, Вернулась. Почему? Потому что по настоятельным просьбам самого ливийского руководства заявили, что нужно возвращаться, нужно продолжать действовать, поддерживать нормальные отношения. Александр Иванович,
Ливия же не сама по себе. Вокруг нее есть несколько стран. И насколько вот эта нестабильность ливийская, она влияет, собственно, на... Не ливийская нестабильность влияет. Влияет, напрямую, да? Напрямую. Ну, во-первых, даже, казалось бы, далекая страна, как Сирия. А ливийские там оружие находят. Находят, ну, да? Из арсеналов, которые разграбили в Ливии, часть оружия... Хотя расстояние, наверное, больше 1000 километров. Да, ну, это Средиземное море, оно помогает быстро. Но Сирия далеко. А вот соседние государства, насколько они как бы испытывают... Ну, соседние государства, речь идет, естественно, с одной стороны Египет, с другой стороны Тунис. Там тоже же произошли там непростые события. Да, там тоже произошли события. Вот коротко о Тунисе, они, что там? Да, и они происходят и дальше. Да. В Тунис сейчас, вплоть до настоящего момента, идет поиск форм, подходящих для сосуществования и сотрудничества различных группировок политических. То есть именно поиск форм? Конечно. Он хотя бы без танков, без стрельбы? Да, да. Но для Туниса танки и стрельба непозволительная роскошь. Почему? Слишком маловато страна. А, вот так, да? Это раз. А во-вторых, слишком страна привыкла жить комфортных условиях. Ну, в качестве примера можно привести такой показательный пример, что кое-какие были волнения, кое-какие были столкновения, в основном, конечно, демонстрационного порядка, но туристические зоны остались. То есть вы хотите сказать, они, собственно говоря, сохраняют эту зону Карфагена, грубо говоря, естественно, да? Естественно, в связи с тем, что туризм главный А упал туризм или более-менее? Конечно. Упал, да? Все-таки это все равно повлияло, нет, да? Ну как же, естественно, конечно. Ну кому хочется лететь в революционную, туристы, так сказать. Только русские туристы в Таиланд могут, вот собираются сейчас. В ходе цветной революции, да. Да, иностранные, зарубежные, западные туристы тормозят. Там, естественно, конечно, опасаются, как и что. Естественно, попадание было определенное, но не очень. Самое главное, что во всех этих событиях сохранилась инфраструктура. А, то есть, собственно говоря, в отличие от Ливии, где были бомбардировки и стрельба. Специально было сказано, что туристический сектор неприкосновенный. И это совершенно правильно. То есть все политические силы, собственно, пошли на... Но они отлично понимают, потому что они фактически от туризма получают порядка 8 миллиардов евро в год. Это гигантские деньги для небольшой страны. Для Туниса, конечно. Да. Первый источник дохода. Да. Что там еще? Оливковым маслом торговать? Да. А больше ничего и нет. Больше ничего нет. Самый главный и самый большой привлекательный момент, это, конечно, вот и природа, и замечательные. Сейчас, конечно, там очень много сделано, очень много настроено хороших туристических объектов, и они все сохранены. Ни одного поджога, ничего, ни в коем случае. Они достаточно сознательно подошли. Ну, то есть они где-то проявляют не только политическую осторожность, но и мудрость в какой-то степени. Ну, естественно. Да? Естественно. Почему? Потому что годы французского протектората даром не пропали. А каковы их отношения сейчас с Францией вот в целом? Очень даже неплохие. То есть вот в современной ситуации, неплохие, да? Да. Причем тунисцы, они всегда отличаются тем, что они очень хорошо себе отдают отчет, кто они, что они и что, как они могут взаимодействовать с окружающим миром. Нет никаких претензий, нет никаких таких слишком завышенных обязательств перед населением и обязательств перед всем миром. Они отлично понимают, что для Туниса вот этот уголок, вот эта ниша в мировой экономике и в мировой структуре политической, она вполне подходящая. Поэтому сейчас там, конечно, ищут варианты и возможности для того, чтобы, с одной стороны, и сторонники нового, сторонники построение новых общественных устоев нашли себя. И с другой стороны, и традиционалисты тоже. Традиционалисты попробовали в лице партии Нахда, попробовали было порулить, но не получилось. Потому что на словах-то это все хорошо, и критиковать всегда хорошо. А когда конкретно у штурвала становишься, то там возникает очень много вопросов. Это вот как раз относится и к Египту.
А вот теперь о Египте. Да. Вот как раз. Посмотрите, это... почему нет Евромайдана условного в Египте? Президент Мурси в тюрьме. Них... Да. Значит, были жестокие столкновения, собственно, между исламистами, армией. А сейчас, ну, в последние месяцы 2013 года, ну, относительно как бы стабильно. Что там происходит? Да, у них свой Майдан был. Так. Вы совершенно правильно сказали. Площадь Тахрир. Фактически, то есть на Майдане ли, стала что ли, получается? Легендарной площадью. Но сейчас сложность и своеобразие ситуации в Египте следующее. После того, как засидевшегося у власти Мубарака отправили в отставку, так. прогнали, а потом еще на больничной каталке привозили в суд. Суд, да. Это тоже... было, не вычеркнешь из истории. Вот. После этого пришли исламисты. Исламисты пришли с одним единственным лозунгом. Каким? Вот как раз он очень показательный. Так. Исламисты пришли с лозунгом «В исламе решение». Так, интересный В исламе лозунг. Решение. Всех проблем, да? Да, это он достаточно распространен в арабском так. мире. Особенно радикальные исламисты любят этот лозунг употреблять. Но оказалось, как потом известный египетский деятель Мухаммед аль-Барадей, многоопытный, многоопытный политик, да. и много очень на международной арене. Да, руководил имел, мощными структурами. Да, имел и лауреат, все остальное. Он очень хорошо сказал, хотя, конечно, и кощунственно, но тем не менее... Очень метко он сказал, что шариат, к сожалению, на бутерброд не намажешь. Вот так, ну жестко. Жестко, но, собственно, отражает сущность явления. Да, куда деваться? Ну, пришел Мурси, прежних скинули, прежних объявили, все, никуда не годные. Хорошо, ваша программа. Да. А вот ваша программа, она сводится лишь к тому, к одному что... лозунгу, да? Да, в исламе решение. Ну хорошо, какое решение-то? Бутерброд-то надо намазывать. В стране почти 100 миллионов населения. Гигантское население. 100 миллионов. Да. Их надо кормить, поить. В стране возделывается площадей только 5%. А почему? Это по долине Нила. Остальное пустыня. Пустыня безводная. Да. Пески и верблюды, да. все. 70% зерна страна импортирует. 70% это большая. В том числе и у нас. В том числе. И мы тоже. И мы тоже им помогаем. Вот. И естественно, конечно, решений-то не нашли. Угу. Прошел год, прошло 100 дней, потом год. Решений не нашли. Стали уже претензии к новым правителям. Конечно, они у руля. А ну, правителей программы конструктивной тоже нету. Так, а что делали правители? Такая же самая история сейчас наблюдается в Сирии. Вот так. Один к одному. Ну, мы сейчас закончим с Египтом, потом перейдем к Сирии. Потом да. путешествовать да. дальше пойдем. Ну вот. То есть вы хотите сказать, что закономерно было свержение Мурси, да? То есть это было... Ну, видите, в чем дело. Закономерно нельзя было сказать закономерно. Почему? Потому что сам его приход, он был во многом... ожидаем. Да. Почему? Потому что, естественно, Мубарак засиделся уже... Много лет. Да, слишком много, и потом уже, в конце концов, трудности многие появились, и экономические трудности никуда не делись. Да. Не, ну, если сейчас в стране золотовалютный запас 10 миллиардов долларов. А был сколько? А был 38. Понятно. То есть это буквально вот за небольшой интервал времени, ну, да? Ну вот за эти беспорядки. Так. За эти перемещения и всякого рода. Тахрир, эти да. площади. То есть эти майданы местные, они, скажем Нет, так... Не возьмется ниоткуда производственность. Наоборот, кое-какие связи разрушились, кое-какие вещи уже ушли в прошлое. Надо восстанавливать. А как восстанавливать? За счет чего? Толкнулись было Международный валютный фонд. А там свои условия. Торкнулись к американцам. Американцы говорят, вы давайте демократию устанавливать. Права человека. Да, да. права человека. Тогда так дадим далее. Деньги. Да, тогда сюда приехали. Так. Тут тоже договариваться А вот надо. Визит Шойгу, министра обороны. Ну, важный очень. Важный? Очень.
И чем он важен? И министр обороны, они съездили дуэтом вместе с министром иностранных дел. То есть это вот он... редко бывает, да. Собственно говоря, да. Бывает с близкими очень сотрудниками, близкими, да. Которые сотрудничают на международной арене. Это даже формат такой достаточно важный. Ну, с теми же самыми американцами, да. С европейцами и так далее. И так далее. Вот о чем речь. А чем завершился здесь? Завершился очень конструктивно. Появится наша военно-морская база в Александрии, как вы считаете? Речь идет не о военно-морской базе, так, в Александрии. Так. Она особенно там и не нужна. Так. А речь идет о том, чтобы восстановить те порушенные связи... Между СССР и Египтом, да? Между Россией, даже уже после СССР, между Россией и Египтом. Угу. Между Россией и Египтом. Причем самое главное, очень хорошо вспоминается, угу. Был такой видный деятель, видный журналист в Египте, Мухаммед Хасанейн Хейкаль, он автор многих книг, и политолог хороший и так далее. Он очень хорошо написал, что когда в 1956 году Насер открыл двери для Советского Союза после того, как Суэцкий канал национализировали, да. И мы помогли им от тройственной агрессии избавиться и так далее, и так далее. Он сказал, что перед египетским народом в конце туннеля появился еще один свет. Понятно. Если в этот свет не получается, то в другой получится. Вот сейчас как раз это один к одному. Это повторение политика, той ситуации, да? Политика... Когда они совершенно правильно американцам говорят, не хотите, не сознаете значение Египта, ну тогда, значит, извините, у нас есть, а возможности действительно есть. А у нас но есть ведь, возможности как, пойти навстречу Египту. Даже, конечно, даже, ведь если просто подумать, что за время Советского Союза, приготовили целую армию египетских специалистов. Они ведь никуда не делись. Хорошо, они сейчас уже в преклонном возрасте и так далее. Но они востребованы. Угу. Люди, которые знают русский язык, люди, которые многие женаты на русских и так далее. И так далее. Это ведь не зря министр торговли, один из министров торговли Соединенных Штатов говорил, что самые лучшие, самые надежные и самые выгодные инвестиции в образование. Да, да. Голову уже не поправишь. Голова направлена. То есть вы хотите сказать, что курс России вот на укрепление взаимоотношений с военными, которые пришли к власти, это позитивный курс, правильный курс? Конечно. Да он во всех случаях. Вот если посмотрите по всем странам. Давайте, ну мы от завершающий этап уже российская. По всем странам, да. По всем странам, если посмотреть. Фактически, мы 13-й год кончили с глубоким удовлетворением. На ближневосточном направлении, да? Я без всяких преувеличений об этом заявляю, в связи с тем, что это действительно так. Это действительно так. Куда бы мы ни посмотрели, но если даже партнеры и союзники, как сейчас они называются, американцы, говорят о том, что русские-то, оказывается, правы, признают официально. Тот же самый Керри признает официально, что русские правы и в Сирии, и в Ливии, и во всех других странах. Во всех других странах. А Владимир Владимирович Путин прямо рассказал на одной из встреч, что он у западников спрашивал, ну хорошо, вы, значит, свергнете одного, другого, третьего. А дальше, какой дальше сценарий позитив? Да. Руками разводят, говорят, ничего не могут сказать. Не знаем. Вот главное свергнуть. По старому действует образцу по рецепту Наполеона, что надо ввязаться в бой, а потом посмотрим. А сейчас так не получается, потому что мир другой. Сейчас другой мир, он очень взаимосвязан. Если с самого начала, когда еще только сирийская заварушка раскрутилась, вот тот же Владимир Владимирович говорил, что Сирия — это краеугольный камень Ближнего Востока. Вы, говорит, его расшатываете, а что дальше будет? Рухнет все. И на самом деле так. Ну вот сейчас в качестве примера очень тревожного. На голландских высотах сейчас правительственных войск нет. А на границе с Израилем есть? Кайда. Понятно. Кайда официально все сказано, что вот эти отряды Кайда, они время от времени постреливают. Более того, когда Израиль несколько раз нанес удары с воздуха по сирийским объектам, те же самые мятежники обвинили режим, сказали, ну что же вы сионистам-то не даете отпора? Угу.
Мы, когда придем к власти, другое дело будет. Вот. Ну, говорили об этом, говорили. Ты еще раз повторяли. Не то слово. Повторяли. А почему не слушают, Александрович? Это все... Наши западные коллеги и партнеры. Тут две причины есть. Во-первых, первая причина состоит в том, что сказывается инерция мышления. Но неужели они до сих пор в холодной войне? Может быть, не в холодной войне, но недоверие, есть. Понятно. Это раз. Во-вторых. Во-вторых, сказывается отсутствие опыта в этом районе. Опыта просто нет. Именно на Ближнем Востоке. Именно. Да? Причем у меня неоднократно были с американскими дипломатами именно на Ближнем Востоке встречи. Они откровенно говорят, что мы многие вещи себе представляем из-за океана достаточно туманно. А когда с вами поговорим и посылаем туда соответствующую депешу с изложением вашей точки зрения, там наверху она гасится. Угу. Она гасится, потому что там считают люди, мы все знаем, зачем нам этих слушать еще. Угу. Вот, получили. Получили то, что получили. Усиление Каиды. Позавчера как раз в Нью-Йорк Таймс статейка о том, что в настоящее время в Пентагоне и в ЦРУ пришли к выводу, что Сирия превращается в оплот Каиды. На Ближнем. А Владимир Путин об этом говорил уже многократно. Ну, конечно. Александр, такой вопрос. Владимир Путин в одной из статей недавно 3 победы внешнеполитических вот, в 2013 году, и одна из них связана с Сирией. Действительно ли вот линия Владимира Путина и в целом внешняя политика России – это победа, скажем так? Понимаете как? Здесь про победу говорить немножко рано еще. Так. Почему? Потому что еще и нам и Женева предстоит. Вот это еще много... поговорим, да, Женева-2. Да, да, да. Да, и много других еще событий предстоит поработать. Есть над чем, тем более, что есть и возможности, и опыт, и кадры, все остальное, это все существует. Но речь идет о том, что курс России в 2013 году практикой, а практика лучший критерий. Истины. То, говорил один из великих людей. Да, да. То, что на практике осуществляется, показывает, верно или неверно. Можно 1000 слов сказать, а практика все это обракинет. Практика подтвердила объективность, обоснованность и реалистичность такого курса. Именно реалистичность. Я с многими сирийскими ветвями и сторонами толковал и обсуждали мы тоже вопрос, а как дальше, а как что и так далее, и так далее. Все в один голос говорят. Вы фактически показали выход, и оппозиционеры тоже, выход из тупика. Именно так. Почему? Сейчас, ведь в чем своеобразие ситуации в Сирии? Сейчас ситуация такова. Сирийцы, которые участвовали и участвуют в антиправительственных действиях, революционеры, Аллаху Акбар, Аллах Наивелик и так далее, это все мы видим на экранах каждый день. Сейчас сирийцы понимают отлично, что они фактически своими действиями страну привели к национальной катастрофе. Да. Сейчас денег для того, чтобы страну восстановить, я в 1000 раз был в Сирии, знаю, что это за прелесть была страна, чтобы ее восстановить. Немеренные миллиарды, сколько это стоит, это раз, а во-вторых, сколько усилий, сколько труда, и сколько лишений, и так далее, и так далее. Но там есть другой элемент. Какой? А элемент такой. Там помимо сирийцев, которые сейчас уже склоняются, вот как раз в отношении Женевы тоже... Колебались, ну, деваться некуда, надо идти. Объявляют, что пойдем за стол переговоров. Помимо сирийцев есть наемники. А что с ними делать? Может, их отбомбить, Александр? Вот наемников... Совместно с американцами. Это замечательный сценарий. Представляете, фантомы американские и российские миги. В этой связи я вам хочу сказать, что в прошлом году, в феврале, Владимир Владимирович утвердил концепцию, новую редакцию концепции внешней политики Российской Федерации в прошлом феврале. Там прямо указано, что мы будем отстаивать свои национальные интересы, но без конфронтации.
А вот... А может, американцев попросить? Они могут с конфронтацией по этим наемникам, Я думаю, что не так-то все сейчас это будет просто. Понятно. Почему? Потому что, во-первых, слишком много пролито крови. Угу. А в мусульманском мире пролитая кровь считается достаточно серьезным стимулом к кровной мести. Это раз. А во-вторых, даже определить, кто свой, кто чужой, достаточно сложно. Непросто. А вот этот элемент, несколько тысяч людей, вот этот элемент как раз и является тормозом. Потому что эти люди тормозом и Женевы 2, и всего мирного процесса. Да? Эти люди в день получают $100. Да вы что? Для них вполне хватает. А кто же платит такие деньги по $100 в день? Противники сирийского режима. А их есть достаточно такие? Много есть, конечно. Есть такие. Конечно. Тоже основные. Есть. Ну, это известные люди, которые живут в районе Аравийского полуострова. И добывают много нефти. Да, и много нефти, и соответствующим образом надеются на то, что как-то повернуть, как-то изменить. Но там тоже, кстати говоря, трезвые оценки и трезвый взгляд на окружающие события, он постепенно начинает отвоевывать. Возобладать. Да, понемножку отвоевывает себе позиции свои. И об этом неоднократно уже и заявления делались. И, ну, не далее, как вчера, один из бахрейнских руководителей прямо сказал, что если американцы не изменят свою политику на Ближнем Востоке и в Сирии в частности, и посмотрят на Россию, которая доказала, его слова никто ему не подсказывал, да, естественно, которая доказала, что она своих друзей отстаивать умеет, если она, Америка... То есть, это на Востоке ценится, на Ближнем? Вот так, да? А как же? Это везде ценится. Вот. Если Америка не посмотрит как следует вокруг и не пересмотрит свою политику, то тогда придется нам пересматривать свою в отношении Америки. И саудовские руководители здесь солидарны. То есть вы хотите сказать, что это некие позитивные предпосылки все-таки для 2014 года, да? Ну, видите ли, в чем дело. Самая главная предпосылка для продвижения в 2014 году, это, конечно, осознание всеми, как модно говорить, комбатантами. Так, всеми. Слово такое, да, красивое. Да, это в международном праве очень любят, да, использовать. Сражающимися, комбатантами. Так. Это осознание того, что фактически, как мы и говорили, военного решения проблемы и сирийской, и всех остальных проблем на Ближнем Востоке сейчас в современных условиях просто нет. Угу. Почему? Потому что, опять же, возвращаясь к новой редакции концепции, там прямо записано краеугольное положение о том, что международная безопасность в современных условиях глобализации является неделимой. За счет другого, да, это... вы свою безопасность не сможете построить. И то же самое относится и к монархиям Персидского залива. Почему? Потому что там тоже... Есть проблемы. Еще какие? Еще какие? Еще какие? Тот же самый, вспомним, и Бахрейн. Да, они же подавили его жестоко, вот, и, в общем-то, вот, тоталитарно, можно сказать. Вот. Да. А потом еще не будем забывать и иранский факт, да, который смотрит на восток, на своих соседей, и, естественно, конечно, не оставляет без внимания. Саныч, ну и завершающий вопрос. Да, разумеется, разумеется. Россия, ну мы уже говорили, да, все-таки политика России на Ближнем Востоке, мы уже отмечали правильно стратегически, все-таки как она должна в 2014 году развиваться на этом направлении? Я думаю, что вот те ориентиры, какие выбраны уже и президентом, и Министерством иностранных дел, и всем руководством российским на этом направлении, прямо скажем, очень и очень одно время любили говорить это слово во времена перестройки, судьбоносным. Вот именно такое слово, да? Судьбоносным. Так. Так вот,
Так, я думаю, что эти ориентиры нужно просто сохранять. Угу. Сохранять и следовать этим ориентирам, учитывая и опыт, уже накопленный, это раз. А во-вторых, ведь если, опять же, возвращаясь к сирийским реалиям тяжким, ведь фактически все стороны этого конфликта, они в конечном итоге пришли в Москву. И одна сторона, и другая, и третья, и каких только нет, и все пришли. Вы хотите сказать, раньше все пути вели в Рим, а да. Сегодня все пути ведут в Москву. Здесь наиболее... Не зря же шейх Бахрейнский сказал, что говорит, она доказала, Москва, что она своих друзей отстаивает. Ну и саудовские принцы несколько раз в прошлом году сюда приезжали. А как же? Вот здесь-то как раз и подтверждается наша концепция многополярного. Угу. Многополярного. И здесь реальность, она заставляет. Заставляет учитывать, кстати говоря, вот в отношении американской политики, здесь, конечно, нужно отметить, что в последние годы она стала более реалистичной. Более. Почему? Потому что они, конечно, учитывают ту ситуацию, в которой находится и весь мир, и сама Америка, и их подопечные. Их подопечные. Тут уже эта реальность, она диктует свои условия. И всякие субъективные подходы, давайте побомбим, давайте полетим, сейчас мы их всех раздавим и всех так далее. Так, хорошо, раздавили, а дальше что? А дальше что? А дальше. В этой связи уже напоследок замечательная, вспоминаю карикатуру, просто один к одному подходящую. В одном из арабских журналов хорошая карикатура была еще времена Саддама Хусейна. Буш, сын, сидит за столом. У него в руках такая мухобойка достаточно большая. А перед ним маленький скорпион. И на скорпионе написано «Саддам». Значит, следующий рисунок, он со всего маха. Замахивается. Нет, Саддам шлепает этой мухобойкой. Уже с довольным лицом, замечательным выражением лица. Все хорошо. И на третьем полное разочарование, потому что вокруг него миллиард уже маленьких скорпиончиков, на каждом из которых написано «Саддам, Саддам, Саддам». То есть вы хотите сказать, Россия делает все, чтобы не получалось такого? Да, во-первых, а во-вторых, мы просто подходим к этому делу, во-первых, со знанием дела и с опытом. Все-таки опыт у нас на Ближнем Востоке достаточно богатый, это все признают. Это раз. А во-вторых, мы подходим объективно. Заявляем о том, что главный наш краеугольный камень нашей политики состоит в том, что не вмешивайтесь, дайте им самим разобраться. А вот если они вас попросят, или нас попросят, или мировое сообщество попросит, помогите там, окажите содействие, тогда другое дело, тогда можно будет решать. И так мы и делаем, кстати говоря. И вот эти все договоренности с Керри, Женева-2 и так далее. Это же прямое участие, непосредственное оказание содействия в поисках решений. Саша, непростых. Давайте. На этой позитивной ноте завершим. Да, я думаю, что мы в Новый год встречаемся с очень и очень хорошим расположением духа, естественно. Именно на ближневосточном направлении. Да, именно так. Уважаемые радиослушатели, завершился первый выпуск программы «Мировая политика» в новом 2014 году. У меня в гостях был Александр Иванович Вавилов, выдающийся эксперт по Ближнему Востоку, доктор исторических наук. Он сделал несколько ключевых выводов. С его точки зрения, это не мои слова, решения России на ближневосточном направлении были в какой-то степени судьбоносными. Они привели, конечно, к более стабильному Ближнему Востоку. С его точки зрения, в 2014 году Россия должна эту линию продолжать и сегодня создавать все условия для мира и безопасности в этом неспокойном регионе мира. Я ведущий программы Игорь Панарин. До свидания, уважаемые радиослушатели и зрители. Мировая политика. ОДКБ.